И мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Ухти мне, как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю. Слушай, я тебе мешал? Подожди, ты тоже не мешай! Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Приход такой неожиданный для меня. Я, извините, переоденусь. Не беспокойся. В морге тебя переоденут. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Боже мой, ну и домик у нас, то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это кошмар, кошмар! Гражданин, уступите место, встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Фу. Тебе что намазать? Меду или сгущенного молока? Тебе меду или того и другого? И того, и другого, и можно без хлеба. Ой, тепленькая пошла. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. В таком виде я не могу. Я должен себя принять волну. Будете чашечку кофе, будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали! Да. Доцент бы заставил. Карандаш! A pencil? Yes. Стол? A table? Yes. Девушка? Чувиха? Да нет, по-английски. Ну? Girl! Yes, girl! Yes! Эмахаист! Это как его? Волюнтаризм! В моем доме не выражаться. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Молодец, Василий Алибабаевич. Ну-ка, дай лапы! Тяни, пятачок! Ага! Ой-ой-ой, больно! Все ясно, он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, все потому, что кто-то слишком много ест. Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Это кто? Наверное, пресс. Ножки. Девушка, а который час? 6:15. Девушка, а как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. Красота-то какая. Лепота. Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. А ну канай отсюда! Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский. Так бы и сказал.
и помру молодой. Вот что крест животворящий делает. Ну ты это... Спасибо. Ты заходи, если что. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Ну, я... Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Огласите весь список, пожалуйста. Пробка. Подарок из Африки. Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской. Богоматери. Мне за державу обидно. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Сейчас пою. Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. О, деревня, а! Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Собака, друг, человек. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг, человека. А у нас... Управдом, друг человека. Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак. Отстань! Вот! Извините. Благодарю за внимание. Прости нас, Леопольд. Леопольд, прости, а? Ребята, давайте жить дружно. Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Нет. Тогда еще по рюмочке. Сеня! Дичь! Дичь! Тусли. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. Наши люди в булочную на такси не ездят. Слушайте. Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка. Помню, не помню, дайте спать. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. В обоих ухах. Я сошла с ума. Какая досада. Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будете? Да, на троих. 9 штук. Ага. Директор будет с нами. Хорошо. Какая это собака? Не позволю про себя такие песни петь.
только без рук. Что у вас на щеке, фрункул? Ерунда, бандитская пуля. Буду бить аккуратно, но сильно. У вас уст открылся. Спасибо. Мужичок, вы по что животно мучите? Это разве город? Это какие-то горы и пригорки. Руссо туристо. Облика морали, Терштейн. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует. Не в пустыне же. Кто там? Это я, почтальон печки. Принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Я узнал вас. Что? А, это не я. Это ж вы говорили. А судьи кто? Тоже понятие, но... Я про судьи ничего такого не говорил. Говорили, говорили. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Да, красота – это страшная сила. Все, вот. Тихо, я не лопну, иду на риск. Вот! Что это? Все, тихо, спокойно. Это душ. Я вытру, я все высушу, я выстираю. Ну все. Не стула! Ай, что ж вы делаете? На место! Вера, спасайте отца от мух! Что вы делаете? Ай, лежать сегодня пьют! Муля, Муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась. Я отведу ее в 7-е отделение милиции. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Цементный завод! Я! Погрузка угля! Я! Уборка конюшен! Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Огласите весь список, пожалуйста. Товарищи, у меня все ходы записаны! Контора пишет. Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Сверим часы! 15.00! 15 с четвертью! А точнее... Плюс 22! Куда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь. Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Знакомая женщина? Старая знакомая. Поужинаем у старой знакомой. Пожалуй, пожалуй. Я вам гарантирую, что все будет тайно. Ведите нас к ней, таинственный незнакомец. Минуточку. Это наш друг. Сам дурак! Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо! Как только он уйдет, она погасит свет. Шурик, а если он сейчас уйдет? Вижу. Ты ушел от такой женщины? Я нет, но он верный муж. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. Ну ты чего, ты чего? Маликаны выкину! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть не родной матерью, ну? А у тебя есть какие-нибудь лекарства? Ну какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну начинай. А разве это помогает? Ой, ну начинай, сейчас увидишь. Ой, я самый тяжелый больной. Думаете, все можете себе позволять?
уничтожать, топтать. Вас, да. Бить, да. И будет мало. Хамить. Мы мра. Бомбарбия. Киргуду. Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.